Здравствуйте. Конец 22 года. Мы завершили первый этап работы над переводом Сундараканды. Текст готов для того, чтобы с ним начал работу редактор Сергей Дмитриевич Серебряный. Издание мы готовим для серии «Литературные памятники». Увы, у нас нехватка средств нам не дает возможность закупить всю необходимую литературу сразу, но вот по одной книге раз в год мы все же закупаем. И вот, например, вы видите 6-й том Юдхаканды. Вот, значит, американский перевод Голдманов. Вот, значит, вот эти две книги — это одна книга Рамаяны. Да, чтобы понимали объем работы и почему у Голдманов ушло около 40 лет, 45 лет ушло на то, чтобы перевести и издать целиком всю Рамаяну на английском языке. И вот мы надеемся закончить работу Гринцера. Но мы пока еще не знаем. Мы не уверены, получится ли у нас. Вот. Собственно, вот эта книга — это сам перевод 6-й книги. Тут, значит, 500 страниц — это сам перевод. А здесь 1650 страниц — это комментарий. Да? То есть, чтобы вы понимали, что перевод Рамаяны — это не столько даже сам перевод, сколько исследование, посвященное Рамаяне. Исследование, посвященное Рамаяне, поэтому вот столько вот переводов, столько комментариев. У нас, конечно, в русском тексте столько комментариев не получится. У нас нет уже 40 лет. Вот. Мы очень будем зависеть от разработок Голдманов. Они проделали невероятную работу. У нас нет никаких ресурсов, чтобы ее повторить. Вот мы крайне признательны за то, что они сделали. Вот, и опираясь на южную редакцию, в отличие от северной, у Голдманов мы будем постепенно, возможно, лет за 10-15, завершать первый полный русский перевод Рамаяны. До встречи. До свидания.